Погуляли немножко по Ростову-на-Дону. Прикольный городок. Надо еще сюда будет вернуться, наверное, осенью. А сейчас мы держим путь на Владикавказ. Судя по навигатору, нам ехать 8 часов 15 минут. Ну, туда-сюда, я думаю, часов 10 будет. 691 километр до гостиницы. Так что денек обещает быть хорошим. Погода плюс 21. Там, наверное, будет еще жарче. В путь дорогу дать не буду. Дорога до Владикавказа из Ростова тоже платная. Ну, какой-то маленький участок. 60 рублей стоит проезд днем, 30 ночью. Вот здесь, похоже, надо получать билетик, а потом оплачивать на выезде. Может быть, это оно и правильно. Посмотрим. Здравствуйте. Здесь оплата производится тоже картой, все как обычно. Чеки. Потом подобью, сколько у нас в итоге вышло на платную дорогу. И поехали. Это Краснодарский край. Посмотрим, насколько это райское место. Как меня и предупреждали, на юге в каждую область, в каждую республику свой кордон. Кущевский, кстати. Кстати, Кущевский. Очень интересно. Очень интересно, как нас остановят или не остановят. Посмотрим. Thank you.
Галиана, будем надеяться. По такой дороге ехать приятно. По двухполосной ехать вообще никакого наслаждения не получаешь. Тут она неровненькая, но в целом нормально. Как интересно, стоит знак ограничения скорости 70 через там 50 метров, что действие знака заканчивается. При этом Яндекс говорит, что впереди камера на 70, которая висит там через 200 метров от конца действия знака 70. Я просто уверен, что эта камера именно на 70, и сделано все для того, чтобы мы с вами нарушали и пополняли бюджеты разных уровней. Вообще тут как бы на этой трассе дурацкой, честно говоря, много висит знаков, что 70, и тут же камера. Камера проехал, все, 70 закончилось, езжает в 90. Понятно, что рассчитано на то, что ты едешь 90 там или 100, и тормозить, в общем-то, не будешь каждый раз. Потом штрафы тебе придут, 50% оплатишь, и все. На всем делают бабки, на всем. Поэтому я не люблю путешествовать по России. Пост, видимо, заканчивается Краснодарский край и начинается Кабардино-Балкария. Посмотрим, остановит или нет. Где тут покушать можно, нет? По дороге. Да, там кафешек много. Переходите, пожалуйста, номер 7 на стоит. Счастливо. Спасибо. Бух. Вот это кафе Арго, вообще невкусная еда абсолютно, то есть харчо абсолютно безвкусный.
харчо абсолютно безвкусные и как бы не рекомендую и не советую здесь есть вообще. И не тратьте время, не останавливайтесь здесь. Естественно, остановить. Как не остановить? Добрый день. Добрый день. Лейтенант полиции Аксенов. Что родительское свидетельство Александра. Что случилось? Нет, обычно проверка. Из-за номера остановили? А? Из-за номера остановили? Почему номер? Не знаю. Чем здесь номер? Можно ваше удостоверение? Да. Удостоверение ваше можно? Да. России, ну и в частности в Москве, вот эти вот посты ГАИ спонтанные на машинах, где-то вот в поле, как вот сейчас это было, да, которые ловят на обгон там, на скорость, на еще что-нибудь, все реже и реже встречаются, то вот как только въезжаешь в Ставропольский край и пошел туда вниз, то вообще постоянно просто, так что лучше не обгоняйте в неположенных местах и, соответственно, не нарушайте скоростной режим, старайтесь. Потому что вас будут доить там до последнего. Но жертвы давать нельзя.
очередной блокпост. Я так понимаю, что это граница Кабардино-Балкарии и, как ее там, Осетии. Скорее всего, с номеров, факт. Ой, да-да-да, вон, смотри, ты. Сюда нет. Нет. Да, Республика Северная Осетия. Мы не ошиблись. Удивительно, что между, например, Кировской и Пермской областями нет никаких даже там, ну, вообще ничего. А тут каждая республика свой блокпост. Не просто, а прям блокпост. Это безопасность на высоте, я так понимаю. Так, через почти 9 часов мы приехали во Владикавказ. Сейчас едем в гостиницу Владикавказ. Остановимся. Сидим, национальное блюдо Владикавказ. Выпьем национальный напиток Владикавказ. И ночью, часа в 2 или в 3, стартанем уже до границы. На верхний этот Ларс. Может быть, проскочим без очереди. Ну, без пробок имеется в виду. Так что вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не пропускайте следующую серию, будет военно-грузинская дорога, граница и Гудаури. До встречи в эфире!